В чемпионате Бурятии по мини-футболу 4 лиги. В Суперлиге борьба еще продолжается. В Золотой лиге досрочными чемпионами стала команда «Зика». В решающем для них матче они обыграли БМП со счетом 5-4. Отметим, в перерыве матча президент Федерации футбола Республики Роман Галимов вручил благодарность начальнику команды «Зика» Владимиру Абрамовичу за вклад в развитие детского футбола. Вот Федерация футбола вручила то, что это, ну, участвую активно, помогаю, чем могу. Ну и приятно, что, как президент Федерации сказал, награду дошла своего. А так все выигрыш, нас никто не догонит, все, команда задачу выполнила. Теперь только побеждать для себя и для своего «я». В серебряной лиге досрочными чемпионами стала команда «Лимонад», в бронзовой – «Кяхта Юнайтед» и «Ильинка». Также параллельно чемпионату стартовал Кубок Бурятии, где в своей первой игре «Тивиком» со счетом 4-1 одержал победу над командой с ЛНГ из Гусиноозерска. Ассоциация любительского футбола Бурятии также приглашает всех в спорткомплекс в Сгуту, где со 2 по 4 февраля пройдут игры первой лиги России. К нам приедут «Ирайра» и «Безопасность» из Иркутска, «Ангиры» из Читы и «Питстоп» из Братска. Улан-Удэ на турнире представят «Лара» и КПРФ. Дмитрий Гамбоев, новости дня.